церемонии торжественного открытия приняли участие представители городской администрации, молодые спортсмены, их наставники, а также руководители спортивных федераций. И вы в этих соревнованиях, в этом спорте есть замечательные мастера, замечательные тренеры, которые воспитывают нашу молодежь, удаляют ее от улицы, сплачивают ее, делают ее здоровыми. И самое главное, это будущее нашей Родины. На играх представлен 21 вид спорта. Среди них такие популярные направления, как кёкусинкай, тэквондо, тайский бокс и многие другие. Илья Леонтьев приехал из Чебоксар. Кикбоксингом занимается более 5 лет. И здесь уже в первом бою одерживает уверенную победу. Готовились долго. Соперников весит 12. Буду стараться, буду за первое место биться. Программа соревнований включает в себя не только бои, но и ряд культурных мероприятий. Это возложение цветов у памятника воинам-спортсменам, которые участвовали в Великой Отечественной. Потом у нас есть площадка «Наши рекорды». Вот. И много федераций будут проводить открытые уроки и на берегу, и здесь, на стадионе. В состязаниях также примут участие анапчане. Это воспитанники 3-й, 4-й и 5-й спортивных школ. Какое место займет Анапа в турнирной таблице, покажет время. Соревнования продлятся до 18 сентября, а уже 19-го подведут итоги и наградят победителей.